Вы менеджер или владелец некого малого бизнеса. Сейчас я расскажу вам, как просто и очень быстро увеличить список ваших клиентов, повысить их лояльность и оставить ваших конкурентов в далеком и непрогрессивном прошлом. Один из инструментов, с помощью которых это можно сделать, это рассылка видеописем через сервисы компании TalkFusion. Всего мы рассмотрим два примера – продвинутый современный риэлтор и обычный предприниматель, занимающийся, к примеру, джинсами. Итак, вы риэлтор, у вас, конечно же, есть своя клиентская база, общей численностью, допустим, под 1000 контактов. Сегодня вы взяли под реализацию новую трехкомнатную квартиру, требующую косметического ремонта, и уведомили об этом своих клиентов. Естественно, чтобы оценить масштабы необходимого ремонта, каждый заинтересованный захочет приехать и посмотреть на состояние этой квартиры. А передав информацию своим знакомым, в половине случаев ответ будет подобным. Знаем мы эти, требуют косметического ремонта. Считай, придется заново стены строить. Это нас приводит к следующим проблемам. Во-первых, мы теряем часть потенциальных клиентов из-за их неверия или невозможности выделить время на осмотр вашего объекта. Во-вторых, на каждое посещение вы тратите свое время, плюс транспортные расходы и так далее. А можно поступить намного проще. Приехали на объект, сняли на телефон или веб-камеру любого вашего устройства маленький экскурс по вашему объекту, это займет менее 5 минут, выбрали шаблон письма, которое хотите отправить вашим клиентам, нажали «Отправить». Все. А теперь самое главное. Что вы получаете в итоге? Первое. Все получатели вашего письма увидят, как выглядит эта квартира вживую. Второе. Благодаря системе отчетов вы точно будете знать, кого из ваших клиентов заинтересовало ваше предложение, а кого нет. Третье. Если ваш клиент перешлет это письмо своим потенциально заинтересованным знакомым, то они автоматически добавятся к вам в список рассылки, и ваша клиентская база начинает расти без вашего участия. Четвертое. Вы экономите и время, и деньги. Пятое. Отношение клиентов к вам и к вашему бизнесу определенно начинает меняться в лучшую сторону, так как вы уже выгодно отличаетесь от своих конкурентов, которые просто присылают классические текстовые письма и пару фотографий. Я уверен, что именно к таким результатам стремится любой развивающийся бизнес. Теперь пример номер два. Вы открыли модуль на рынке и занялись продажей джинсовых изделий. Все, что вам нужно, это попросить имейлы нескольких покупателей, которые заинтересовались вашей продукцией, но не нашли того, чего искали, и добавить их в список рассылки. В следующий раз, когда у вас появляются новые поступления, вы просто отсылаете видеописьмо со скачанной из интернета рекламой джинсовой одежды. А дальше вы просто наслаждаетесь тем, как количество ваших покупателей растет в геометрической прогрессии, потому как вы сразу оповещаете всех своих покупателей о новых поступлениях, не заставляя их выходить из дома. Они пересылают ваше письмо своим знакомым, и те автоматически попадают в список вашей рассылки и тоже становятся вашими клиентами. Вы не тратитесь на рекламу и заставляете идти покупателей конкретно к вам. Если у вас все еще остались какие-то сомнения, или вы не знаете, как помочь развитию вашего бизнеса, но очень этого хотите, обращайтесь. Мы всегда вам поможем и подскажем, как это сделать. Тем более, что теперь это стало намного проще.